конечно, понятно. Прочитаешь. Как книжка? Я только начала, но интересно. Первую страницу. Я только купила ее. Да, вообще интересно. Советовал или сама решила? Нет, посоветовал. Илон Маск. Илон Маск сам. Идеальный завтрак. Это кофе. Это только кофе может быть. Самый идеальный завтрак. Что-то поесть, если? Сырники. Блинчики. Омлет. Я вот предпочитаю омлет. А есть какое-то у вас фирменное блюдо, что на завтрак можете сделать прям легко и вкусно? Это яичница. Яичница. Кашу. Кашу. Кашу можно. Рисовую. Все хорошо готовите? Ну, Витька так себе, если честно. Ну да, ты же каждый день у него кушаешь. Я хорошо готовлю, но редко. А почему? Ну, потому что времени нет. На сборах постоянно. Не могу себе позволить заказывать еду. А как вы относитесь к испанской кухне? Ну, там хамон. Как можно к нему относиться? Конечно, положительно. Как долетела, скажи? Хорошо. Сначала до Амстердама, потом сразу в Испанию. Погодка в Лондоне отличается от испанской? Но солнцем отличается, плюс еще очень жарко тут. И в последнее время в Лондоне, в Англии было тоже тепло. По-английски как у тебя, все хорошо получается уже говорить? Говорить не очень хорошо, так понимаю. И потихоньку. Ну, ты нам потом расскажешь поподробнее, как у тебя жизнь в Лондоне. Хорошо? Стараюсь. Давай, отдыхай, это не ровно. Да. 5, 6, 7, 8. Я не отдам тебя никому. Это надо море. Она в комнате хорошо там поет, танцует, а здесь ходит такая, типа... Девушки, не типа она не такая, не веселая. Посмотрите за ней. Морина? Татьяна. Аня, он то улыбается. Ничего себе. Давай, я же тоже. Понятно. Ага. Прикрывай, подруга. Раз на 3 дня выходных было. Линка устала отдыхать. У меня бассейн?
тоже снег. Спокойно приехали, кофе попили, спокойно сюда пришли и походим. Каждая минутка дорожим. Просто перемещение по полю в той формации, которую вы знаете, делали 4-2-3-1. Я хочу представить, у нас есть дебютанты национальной сборной. Ну, начнем. Саша Лобанова. Это вот дебютанты в том созыве, пока я здесь. Может быть, кто-то раньше и был. Дальше. Катя. У нас Касина. Ну и Анна Пешкова. Вот это все, это она. Своеобразие такое есть. Сейчас на ту половину идем, чтобы солнце нам в глаза не светило. И от штрафной становимся по позициям 4-2-3-1. Трусой пошли. Вот передача. Есть за спину, есть между линиями. И вот стандартное движение. Пошли дальше. Трусой, девочки, не стойте, пожалуйста. Перемещайтесь трусой. Готовы. И раз. Схождение. Два. Схождение. Три. Пойдем. Возвращаемся. Девушки, Виму синий, черный пульсометр снимайте, ремни остаются у вас. Манишки в отдельную кучу. А манишки можно тоже оставить? Да, можно вообще оставить? Молодой человек. Манишки можно оставить? Нет, манишки стерпу поеду. Можно повторить информацию? Ну ладно. Белая сторона должна быть у спины, да, и огонек сверху. Я помню, это так вышло давно. Один. Сноровку потерял. Да. Кого? Сноровку. Да. Как он мигает красиво. Как елочка. Это нужно обязательно снять. Я щелю тебя. Я не пущу. Не, на пиво. Ух! Такой ты вратарь. Шипалы. Подожди! Погоди! Погоди! Ой-ой-ой! Я не отдам тебя никому! Прощу любовь твою! Что-то там не помню дальше что. Надо подучить. Очень холодно. Мы убегаем домой спать, на теорию, кушать и все. Всем пока. Нет, я не... Я. Что, не горячий?